Прямо. Здравствуйте, меня зовут Ксения Тукова. Я из муниципального образования Матигорское. У нас небольшой поселок, и районный центр находится в 7 километрах от нас. Все вообще началось с 2018 года, когда я совсем случайно попала на сайт Центра Гарант, и меня заинтересовала мысль, что я вообще могу привлечь, да, изменить в селе своем, да, где я живу. Вот. И так я попала в 2018 году на семинар «Малым территориям большое будущее». И тоже по счастливому случаю к нам в команду попал Андрей Николаевич Берденников. И мы с ним начали вести такую активную деятельность, обучаться, готовиться, проходить различные практики. И когда проходишь через все это, когда видишь, что действительно люди начинали с нуля, и когда они приходят к чему-то большому либо маленькому, но все равно приходят к результату, ты понимаешь, что даже не важен результат, сколько важен процесс, и даже не команда образования, я бы сказала, а вообще поиск людей по сердцу, по душе. Потому что даже на своем примере могу сказать, что те люди, которых я приглашала на семинары уже «Образ будущего» и проектно-мастерская у нас здесь, в Матигорах, были надежды на определенных людей, а на... про других я даже не думала, что они вообще созреют. Да? Но, опять же, рискнула пригласить. И так получилось, что на тех людей, на которых я питала надежды, да, и их не заинтересовало это, да, они не увидели себя в этом. А именно те люди, которые, в принципе, ничем как бы себя не проявляли, занимались своей работой, да, рутиной, там, дом, семья, работа и все остальное, они, наоборот, прониклись и сказали: «Господи, это то, что мы искали, это то, что нам так хотелось». Да? Большой толчок дал именно форум «Нам здесь жить», когда мы организовывали, приглашали людей активных, с виду неактивных, а на самом деле активных, и очень многие жители не ожидали, что, оказывается, активный человек — это не тот, который все время на виду, да, а просто хотя бы, который занимается своим любимым делом и что-то приносит очень полезное и интересное в жизнь, как в свою, так и в жизнь других людей. И вот этот толчок, после которого я поняла и вообще-то обрела какую-то такую уверенность в себе и в своих силах, и поняла, что вообще, все возможно, вот, это вот форум, да. Тут начала образовываться у нас команда. Сначала нас было трое, да, то есть ко мне уже в команду подключился мой муж, и он был уже не источником поддержки, а уже прямым участником, да, он как бы помогал, принимал участие, сам инициативу какую-то проявлял. Вот, и потом уже нас стало четверо, потом пятеро, потом шестеро, и вот, и дело в том, что мы договорились изначально, что мы объединяемся и делаем, то, что мы делаем, да, из того, что нам нравится. То есть мы это делаем не из-под палки, не для того, чтобы как бы что-то сделать, а именно мы просто занимаемся тем, что нам нравится. И мы договорились, что о какой деятельности мы могли бы вообще заниматься, не имея грантов, не имея вообще ни денег, ничего. И уже определившись, мы как-то вот начали собираться потихоньку, то есть мы поставили как бы границы еще, да. Я скажу, что мы все работающие люди, то есть у нас у всех есть основной вид деятельности, и то есть вот эта общественная деятельность, это было изначально дело для души. Но мы поняли, что нам как-то хочется уже куда-то расти, и после проекта успешно реализованного «Гор Матигор», когда на помощь нам приходили жители и вообще целыми семьями с маленькими детьми и благодарили нас за то, что мы вообще развернули тут какую-то деятельность и что-то тут предпринимаем с чаем, с самоваром, с гитарами. При этом, да, мы колотили мостки, красили доски.
доски, воротили бревна, что только мы не делали. Поднимали грунт, договаривались и с властями, и с предпринимателями. То есть тут уже пошло такое тесное взаимодействие уже с предпринимателем и с органами власти, да, как с главой администрации. То есть, ну, люди начали подтягиваться и понимают, что это как бы необходимо и нужно. Мы поняли, что, то есть вот как бы вот этот толчок, вот этот проект, да, и вот освещение нашего вот проекта «Угор Матигор» в СМИ различных показало нам, что мы делаем это не зря, и мы уже задумались о создании некоммерческой организации. Да, опять же, нам на помощь пришел центр «Грант», вот, и в декабре 2020 года мы, получается, теперь являемся региональной общественной организацией поддержки общественных инициатив Матигорский ресурсный центр «Вектор». Вот, я являюсь его директором. Вот, что хотелось бы сказать. Все это, конечно, романтично, круто, все эти наши сборы, и проблем было, конечно, немало. Вот, но... что бы хотелось изменить? Если честно, либо хотелось какие-то курсы бухгалтерские самой пройти, либо найти бухгалтера. Потому что для меня, ну, лично для меня, да, это трудность. Эти отчеты, даже нулевые, я не понимаю в документах, потому что я сама по образованию педагог. Я вообще с юридическими документами, с приказами далеко на «вы». Вот, и как бы я особо такая творческая личность, то есть я и пою, и все, то есть это для меня немножко как бы тяжело. Поэтому, что бы я изменила, я бы изначально пригласила бухгалтера свою, чтобы либо мне как-то объяснили, да, либо чтобы я курсы какие-то прошла, чтобы изменила. Нет, наверное, ничего бы не изменила. Все окей, потому что все идет, все как нужно. Самое первое и самое важное пожелание — это верить. Верить в себя. Верить в свои силы. Верить, несмотря ни на что. И верить в других людей. Тоже, несмотря ни на что. Пусть бы хотя бы какой-нибудь у них там социальный статус не тот, или о них говорят как-то не так, или у них какой-то ярлык уже заранее прикреплен. Все это не имеет значения, потому что вы не знаете человека. Несмотря ни на какие трудности, нужно идти вперед. И изначально не ждать каких-то таких вау-суперэффектов и... ну, суперрезультатов, да, глобальных каких-то. То есть нужно настраиваться на какой-то свой маленький результат, да, планировать можно, да, стратегировать обязательно, но именно не ждать каких-то глобальных таких результатов и не двигаться к этим глобальным целям, потому что все начинается с малого. И как раз по капельке набирается ручеек, речка, море, океан и все остальное, да. То есть вот мы тоже начинали вообще с одного человека, потом с двух, а сейчас у нас в команде очень все интересно и разнообразно и по форматам работы, и вообще по личностям, да, и по их интересам. Ну и, наверное, еще такое пожелание, то есть прежде всего это вера, да, вера в людей, вера в себя, потом это небольшие результаты, за которые, то есть это просто процесс, наслаждение процессом. Вот, ну и, наверное, хотелось бы пожелать позитива, позитива, потому что без этого никуда. Да, искренности. И когда люди видят твое отношение искреннее, теплое, когда они видят, что для тебя это именно улыбка, энергия, позитив, какой бы ты усталый не был, какие бы семейные проблемы тебя не волновали, или там даже на работе, или еще что-то, но когда люди именно видят вот эту вот такую искру, я бы не сказала, что прям там огонь пылающий, а именно какую-то хотя бы маленькую искру в твоих глазах, надежды на лучшее, вот, веры в будущее и то, что все возможно, то они действительно тянутся к этому, и у них у самих потом загорается эта искра, и от этого становится теплее, уютней. Ну, как-то это мое видение. Вот, но мне это очень помогает.